За год количество многодетных семей в крае увеличилось на 18%. Подробности смотрите далее. Благодаря реализации мер, направленных на повышение рождаемости в Хабаровском крае, увеличилось число многодетных семей. В настоящее время в регионе проживают 10,5 тысяч семей, в которых родились третьи и последующие дети. За 4 месяца этого года в регионе родилось 1078 третьих и последующих детей. Хабаровский край занимает второе место среди субъектов Дальнего Востока по показателям рождаемости. Сохранить положительную тенденцию помогают меры социальной поддержки, например, таких как региональный материнский капитал в размере 200 тысяч рублей, ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте до 3 лет около 12 тысяч рублей. Дополнительно к федеральным выплатам при рождении второго и каждого последующего ребенка семье выплачивается единовременное пособие в размере 5 тысяч рублей. Также предусмотрена ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг в размере 30% для многодетных и приемных семей и повышенное ежемесячное пособие на детей для отдельных категорий семей. В крае работают программы по обеспечению жильем молодых семей, выделяются земельные участки. Большое внимание уделяется повышению доступности дошкольного образования. В этом году в эксплуатацию планируется ввести 1865 мест в детских садах. Продолжается строительство 9 дошкольных учреждений, капитальный ремонт помещений и зданий для размещения дошкольных групп. Положительную динамику подтверждают и отчетные данные комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов правительства края. В регионе стали больше выдавать свидетельств о рождении.